5 июня команда Нарва-Лина Арендус открыла летний сезон на Липовой Ямке. В июне месяце для норвитян заработали сразу несколько интересных школ. Одна из них – школа серфинга «Суп-Коль». Каждый урок серфинга включает теоретическую часть, практическую часть на воде и разбор ошибок. На занятиях вы узнаете основы безопасного серфинга. Кроме обучения, тренеры «Суп-Коль» будут проводить также соревнования и водные прогулки. Первое занятие проходит отлично. Все рады, все довольны, научились уже балансировать, у кого-то уже есть успехи. Ждем детей, будет отдельно с детьми будем заниматься, и взрослые, соответственно, будут кататься, брать сап и сами кататься, наслаждаться пейзажем и прекрасным видом Нарвы. Телефон мой в рекламе увидите, 55 91 957, звоните, и я все рассказываю, когда у нас открыто. Когда тепло у нас и солнечно, мы всегда открыты. Рады всех видеть. Также с июня месяца стартовала школа роллеров. Ролики – это просто. Катание на роликовых коньках – удовольствие, доступное всем и каждому. Освоить это искусство может не только ребенок, но и человек, умудренный опытом. А чтобы процесс обучения проходил увлекательно, а результат превзошел все ваши ожидания, приходите в роллер-школу на Липовой Ямке, где вас научат кататься на роликах не только красиво, но и безопасно. Друзья, мы открылась школа. Первое задание – мы выполнили, оно прошло на ура, было много детей, было много позитива. Если вы боитесь стоять на ролике, это наша школа именно для вас. Мы поставим каждого и любого абсолютно. Первые занятия у нас прошли в игровой форме, мы располагались на газоне, в роликах учились ходить елочкой, падать, самое главное, учились, не забывали одеть на защиту. Занятия абсолютно бесплатные, приходить может и любой, абсолютно, возраст не ограничен. Правда, что маленькие детки должны находиться под присмотром своих родителей. Занятия проходят вторник 17:30, воскресенье 2 часа дня. По словам руководителя Нарва-Лина Арендус Софьи Хомяковой, это только малая часть того, что запланировано на летний сезон 2019. Подробную информацию о предстоящих мероприятиях вы можете найти на странице Facebook Нарва-Лина Арендус. Все это делается абсолютно бесплатно для норвитян. И наша организация, конечно, ищет возможности, как жители города и гости города могли бы прийти сюда, на нашу территорию, и провести активно время. Сегодня мы открыли роликовую школу. Это тоже очень востребовано, это нужно. Наш инструктор, он поможет Виталию встать на ролики, тот, кто не может это сделать. Поэтому мы теперь работаем все лето здесь, на базе пляжного здания. Ну и, конечно, Владимир, который предложил открыть САП-школу, то есть уже здесь на базе Липовой Ямки можно взять уроки. И, кстати, в этом месяце, в июне, мы продаем тренажерный зал абонемент и в подарок дарим час велосипеда любого в прокат покататься. И Владимир предоставил возможность час взять урок вот САП-школы. Поэтому хорошего лета. Приходите к нам в пляжное здание. Смотрите на Нарва-Лина Арендус в Фейсбуке, календарь мероприятий. Все лето мы будем вместе с вами, друзья. Добро пожаловать на Липовую Ямку, Ореховую Горку, в город Нарва.